Возможно ли в наше время прожить без кредита? Пожалуй, над этим вопросом задумывался каждый. Казалось бы, кредиты позволяют нам совершать важные покупки, непринужденно загоняя клиентов в долговые ловушки по собственному согласию. Однако не стоит забывать, жить без кредитов можно и нужно. Как обезопасить свою жизнь без долгов? Кому нужна финансовая подушка безопасности? Об этом и многом другом говорили на открытии третьей Всероссийской недели сбережений. В частности, эта неделя, третья неделя сбережений, она посвящена трем ключевым темам. Первая тема – это кредитная нагрузка. Вторая тема – это защита прав потребителей финансовых услуг. И третья тема большая – это защита от финансовых мошенничеств. Площадкой для проведения Всероссийской недели сбережений Казанский федеральный университет стал не случайно. КФУ принимает активное участие в реализации программы повышения уровня финансовой грамотности населения по всем направлениям. Казанский федеральный университет является ведущим университетом вообще нашего региона и ведущим в плане повышения финансовой грамотности. Наш вуз уникален еще в том, что здесь сосредоточены все три центра подготовки финансовой грамотности. Несмотря на то, что кредитная нагрузка, как правило, ложится на плечи взрослого населения, студенты приняли активное участие в мероприятии. Молодые экономисты не рекомендуют игнорировать данную информацию по целому ряду причин. Начиная даже со школы, может быть, в университете уже полностью погружаться в эту сферу и понимать, что и как, чтобы планировать свой там, хотя бы еженедельный доход, потом уже ежемесячный, ежегодный, и также преувеличивать свои доходы. В завершении встречи участники анонимно сдали экзамен по финансовой грамотности. Никаких оценок организаторы не ставили, но отметили, что стоит отнестись к его написанию предельно серьезно. Стоит задуматься, если население нашей страны станет финансово грамотным, то скольких проблем можно будет избежать? Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.